конечно. Когда мы знаем про Христа, ну, тогда человек по-другому на эту жизнь смотрит. Вот мы сейчас приехали, находимся в Назране, Ингушетии, а нам как будто мы в родной дом пришли. Увидели вас, и у нас разговор сразу завязался. Мы едем, идут красавицы, как они одеты, какое платье. Я всем так и говорю, посмотрите, ну, как будто у нас из церкви вышли. Нравится вам, да? Здорово. Здорово. Похоже. Пусть вас Господь благословит и просим помолиться за нас, чтобы мы доехали. Потому что мы... счастливо доехали. Спасибо, Христос. Здоровья вам всем. Спасибо, Христос. А где моя? Вот он. Спасибо. Спасибо вам.